Фестиваль начнется в пятницу с хоккейного турнира. С 11 часов пройдут третьи игры областных соревнований «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. В 17 часов на Марас-арене состоится ледовое шоу. Среди его участников – двукратный серебряный призер чемпионатов мира среди юниоров Серафима Саханович, которая принимала участие в торжественном открытии Марас-арены. Также порадует своим мастерством пара Алексей Свяченко и Дарья Кварталова, победители Кубка России 2017 года. Торжественное открытие фестиваля в 19 часов. Фестиваль будет проходить на нескольких площадках. Это и Марас-арена, где будет проходить турнир по хоккею и показательное выступление фигуристов. Также будет задействован стадион «Спартак» на Шельниковского 123. Там будут проходить показательное выступление по универсальному бою и бэби-старты. Это такие спортивные состязания для юных наших спортсменов-устюжан. И также будут лыжные гонки, которые будут проходить на базе «Салют». Расширяется география участников, становится больше и видов спорта, проводимых в рамках фестиваля. В этом году впервые пройдут показательные выступления по зимнему универсальному бою на стадионе «Спартак». Юрий Воронин, Максим Колосов, новости провинции.